для мальчика с 18 лет. Вот так. По-разному еще девочки, мальчики. А даже на Бали в городе, как Денпасар, они попозже тоже зениться. 30-28, вот так. А как вам рассказал, обычно жена чуть младше, молодая, да, чем муж. Ну просто обычно. А есть, конечно, ей 45, ему 20, есть. Но она богатая, да. Но редко так это. Да. Он так и строит. Альфонсы. А? Альфонсы. Альфонс, да, вот. Такие есть, да. Но если индуисты, обычно можно только одна жена иметь, больше нельзя. А если мусульманин, можно. А, вот посмотрите справа, пожалуйста, впереди. Ой, у нас красота. Большая статуя. А, это символизирует наш король Рама. Вот эпоса. Это нереальный, вот это эпоса Рамаяна, который из Индии. А, тут нам показали, когда Рама построил мост, у него помощники обезьяны. Да, обезьяну помогли ему, когда построил мост. А нет, мы через другую дорогу будем, да. Ой, жалко. Ой, извините. Следующий раз. Очень красивые у вас статуэтки, все прямо вот заглядели. А тут справа это как питомник здесь, да? Для растения. Вот. Да, на Бали у нас много частных вилла, гостиница. Они покупают отсюда растения. Разводят вот цветы какие-то, да, редкие, вот, да, нас, и да, продают. Бизнес-ландшафт. Ландшафтный бизнес очень популярный. Да, здорово. Даже асфальт ложится. А? Даже асфальт у вас новый строят. Да, асфальт. Асфальт. Какая красота, я не могу прямо, тут очень много таких красивых зданий, таких памятников суперских, вот все такое резное, с узорчиками, прям вот каждое здание, вот произведение искусства, вообще, у них на самом деле такой классный вкус, так все красиво оформлено, хочется подойти, потрогать, сфотографироваться, да, ну, есть, как вы видите, простые домики, но то, что идет на продажу, там, то, что вот где вот все эти отели, все, вот видите, мастерская, да, делают они, делают вот такие вот всякие штуки, и потом это все продают, трудятся, видите, как я, очень красиво, очень. Так, всем давали воду, да, можно попьете? Да, воду всем давали. Вообще здорово. У вас люди много пьют? Нет. Выпьет, который, да? Вон. Алкоголь. Это, наверное, на Бали у нас только мужчина выпьет. Женщины, они не пьют. Не, алкоголь, да, не выпьет, не выпивать, да. Только мужчина обычно. Курит тоже так, только мужчина. Но касается это неровно, да, ну, по факту так. Даже она сама не хочется, если предлагают алкоголь. Ты что, почему мне предлагали алкоголь? Я не ночная бабочка, вот так сказала, да. Ну, у нас так обычно. Если кто работает в баре, тогда привыкли выпить. А обычно женщина не выпит. Курит тоже, только мужчина. И ходит, где у нас петушиный бай, где азартная игра, только мужчина. На Бали так касается. Муж – это как голова семьи. Ему можно. Да. А жена шея, да? Шея главнее, чем голова. Да, у нас сейчас в семье только два ребенок, ну или у кого три, у кого один, немного. А раньше, до 1970 году, были много детей в семье, потому что началось в 70 году у нас программа от правительства, называется «Семья планирования». Да, нам предлагали иметь только один или два ребенок. Больше не запрещено, можно, но сами думаем тоже, когда много детей. Да. На Бали сейчас 4.3 миллиона человек.